Первенство мира по боксу проходило в Ереване. 470 спортсменов из 57 стран. Бороться за звание лучшего приехали сильнейшие представители. Екатерина Фролова из Одинцова обошла соперниц из Казахстана и Венгрии. Была просто огромная радость, а чувство какого-то победителя, вот этого ничего не было, и по сей день нет. Ты выиграл, ты очень рад, доволен своей победой, то, что у тебя есть такое звание, но прям крупно, масштабно ничего не изменилось, ты также тренируешься, также общаешься с девочками. В финале первенства мира пришлось максимально собраться. Соперница из Узбекистана была нацелена только на победу. Провоцировала и вела себя агрессивно, но одинцовская спортсменка уступать тоже не собиралась. Туда все приехали в смысле убивать, там, выигрывать, потому что для всех это очень много значит. Но меня тренер научил спокойствию, хладнокровию, чему я очень благодарна. Давай, вот. Чуть кулак доверни, открытый не бей. Хорошо, ногу поворачиваем. Что такое олимпийское спокойствие, Софья Очагава знает не понаслышке. За ее плечами победа на чемпионатах мира и Европы. И, конечно, Олимпийских играх. Сейчас девушка не только действующая спортсменка, но и тренер. Самое главное лично для меня, да, это чтобы мы вырастили достойных людей, да, то есть чтобы ребята и девчонки были порядочными, хорошими там членами общества, ну, чтобы мы гордились тем, что мы вырастили хороших детей, и это достойные люди, это первое. Если у нас получится, что среди этих 100% 1% это талантливый спортсмен, и мы это видим, конечно, мы вкладываемся и делаем возможным, чтобы наши спортсмены показали результат. Медали спортсменов – результат работы большой команды профессионалов. Григория Габикьян возглавляет Федерацию бокса в Одинцово. Под ее эгидой проходят различные соревнования и первенства. Как минимум 10 раз в год в Одинцовском округе мы проведем соревнования разного уровня. Ребята, ну, для тех ребят, кто новички, кто только пришли и занимались боксом 2-3 месяца, а также заканчивая чемпионатов Одинцовского городского округа. И наши ребята сейчас уже выступают на соревнованиях самого высокого уровня. Бокс не женский вид спорта, это всего лишь стереотип, уверены одинцовские спортсменки. Свою правоту уже не раз доказали на ринге и на достигнутом останавливаться не собираются. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».